Nazism and death will forever remain inseparable concepts. As soon as the Nazis came to power in Germany, the first of the death factories started being created. Initially, extermination camps were organised as the centres designed for mass forced imprisonment and detention of prisoners of war and political prisoners. The first concentration camps were located directly in the Third Reich. The first camp in Germany, Dachau, was founded in March 1933. Heinrich Himmler, then chief of police of Munich, officially described the camp as the first concentration camp for political prisoners. Dachau served as a prototype and model for the other Nazi concentration camps. After September 1939, with the beginning of the Second World War, concentration camps became places where millions of ordinary people were enslaved as part of the war effort, often starved, tortured, and killed. During the war, new Nazi concentration camps for undesirables spread throughout the continent. The two largest groups containing prisoners in the camps, both numbering the millions, were the Polish Jews and the Soviet prisoners of war, held without trial or judicial process. There was also a large numbers of Romani people, ethnic Poles, Serbs, political prisoners, Catholic clergy, Eastern European intellectuals, and others. Когда началась война, мы жили в Ленинградской области, в Новгородском районе, деревня Хутынь. Война началась, получилось так, что немцы как-то быстро подошли к нашей деревне. Они ходили с автоматами и наставляли на нас. Но мама нас прятала за себя и боялась. Они видели, что в глазах у мамы страх перед ними, и смеялись, и говорили, что пух-пух. Они нас собрали всех и отправили в Латвию. Лагерь был очень большой, и там нас поместили в бараки. Мы голодали, и было очень страшно. Брат не переносил голод. Он выходил из барака, подходил к колючей проволоке и просил милостыню. Но немцы, если видели его, то отгоняли, били, загоняли обратно в барак. А я уже была совсем опухла и уже не ходила. И один раз в наш барак зашел немецкий солдат. Посмотрел, что я совсем плохая. И показал маме фотокарточку и сказал, что у него дома тоже киндеры. Он воевать не хочет. И он стал приходить к нам в барак и приносит мне немножечко в котелке, что у него там оставалось, и давал мне. Но он тоже часто не мог приходить, потому что его могли поймать и расстрелять. Он этого боялся. И он так приходил и приносил, когда мог, до того времени, пока его перевели в другое место. Many of the prisoners died in the concentration camps through deliberate maltreatment, disease, starvation, and overwork, or were excused as unfit for labor. Prisoners were transported in inhumane conditions by rail freight cars, in which many died before reaching their destination. The prisoners were confined to the boxcars for days and even weeks, with little or no food or water. Many died of dehydration in the intense heat of summer, or froze to death in the winter. Я родилась в Белоруссии. На начало войны мне было 5 лет. Село находилось рядом с лесом, и во время войны там базировались партизаны. После очередной удачной операции партизан к нам пришли каратели. Нас всех
выгоняли из домов, дома тут же поджигали. А нас всех подогнали к вырытой большой могиле, построили два ребенка взрослые, за каждым стоял автоматчик, приготовились расстреливать. Но в последний момент подъехал немец на мотоцикле, что-то громко кричал, и расстрел отставили. Нас всех погнали до ближайшей станции, где-то 10 километров она находилась. Погрузили в телятники и 3 суток не открывали, пока не привезли в Салспилс. Когда открыли засовы, мы ели снег с перрона. В концлагере стали отнимать детей у матерей. Стоял жуткий крик женщин, матерей и плач детей. Всех детей распределили по баракам, всех по разным баракам, по возрасту. Кормили какой-то баландой, хлеб 75 грамм на день. Хлеб состоял из опилков и отходы сахарного производства. От этого хлеба мы все покрывались фурункулами. Каждое утро из бараков выносили охранники трупики детей погибших. Только в Салспилсском концлагере погибло 7 тысяч детей. 3500 литров крови было откачано. За каждой каплей крови детская жизнь. Вот это и есть лицо нацизма. Не щадили никого, ни детей, ни стариков. Auschwitz concentration camp was founded in 1940 and built on the site of the Polish town, which name has become in history. In the occupied territories, all the residents were deported, and a large complex of buildings, barracks, and even a railroad-orientated conclusion and complete elimination of a huge number of people had been built for the year. Prisoners arrived there from all over Europe and then were subjected to a clear distribution into groups. The first group were the weakest, not able to work people, such as the elderly and young children, as well as the Jews. They were immediately sent to the gas chambers under the disguise of a shower or changing clothes. The second group was consisted of able-bodied people. The third was consisted of prisoners with congenital physical disorders such as dwarfs, twins, and others. In the future, they were the main contingent to participate in the terrible experiments on their bodies. Often, people died on their way to these camps in exhaustion. The Nazis did not want to waste their bullets on those who were dying, so they found so-called more humane way of killing them by gas, and more efficient, as one gas chamber accommodates about 2,500 people. In just 15 minutes of exposure, all the prisoners were killed. At Auschwitz camp, there were 4 cameras and the same number of triple crematory ovens, which were turned down for a few minutes a day, only in order to clean the furnace from human ashes and dismantle the remaining things. Потом война закончилась. Мы возвратились обратно в нашу деревню. Там был только один монастырь, разбит, разрушенный. Кушать было нечего, одеваться нечего. В школу ходить еще мы не могли. Нас было 3, одеть нечего. Папа погиб у нас на Ленинградском фронте. Я бы должна немцев ненавидеть за то, что они пришли к нам на нашу землю и убили моего папу. Но в то же время я не могу их всех ненавидеть, потому что спас меня тоже немец. Я желаю, чтобы войны никогда нигде в мире не было, чтобы не страдали дети, взрослые, чтобы не страдал никто, чтобы люди жили мирно, дружно. The lead editors of the Encyclopedia of Camps and Ghettos. United States Holocaust Memorial Museum emphasis 1933 to 1945. Jeffrey Megarji and Martin D. cataloged some 42,500 Nazi ghettos and camps throughout Europe.
spanning German-controlled areas from France to Russia to Germany itself, all operating from 1933 to 1945. They estimate that 15 million to 20 million people were imprisoned and or died on these sites.